Ровно 7 лет назад Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. В честь памятного события сегодня в Самаре проходит акция «Соединяя сердца». Студенты и волонтеры Самарского технического университета также принимают участие в акции. При поддержке правительства Самарской области, а также Союза молодежи, под хэштегом «Крымская весна» на площадке вуза студенты проводят конкурсы, викторины и дарят участникам памятные подарки. Желающие могут принять участие в записи видеопоздравления для жителей Республики Крым. Мы вот именно с студенческим советом будем делать видеопоздравления, опять же, под хэштегом «Крымская весна», чтобы просто напомнить как бы и себе, и жителям Крыма, что мы все едины. Волонтеры проверяют знания студентов о нашей области и о событиях, когда Крым стал частью Российской Федерации при помощи викторин. Я вижу положительные эмоции студентов. Они хорошо собирают динамично карту, отвечают на вопросы положительно. В общем, их знания можно назвать достойными. Я думаю, что важно оказывать поддержку, важно проводить такие акции, в них участвовать. Всего в Самарской области организованы 63 подобные мобильные точки. Фотозоны в них оформлены с главным атрибутом весны – тюльпаном и хэштегом «Крымская весна». Участниками акции станут не только студенты вузов и СУЗов области, но и посетители музеев, библиотек, торговых центров, пассажиры железнодорожного транспорта и аэропорта. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.